Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Народный артист России умер в возрасте 72 лет. Об этом рассказали в пресс-службе театра «Сатиры», где он служил. Там сообщили, что Олег Вавилов давно болел, но его кончина никак не связана с коронавирусом. Олег Вавилов появился на свет в 1950 году. Он является выпускником ГИТИСа, учился в мастерской Марины и Василия Орловых. Широкую известность артист получил по роли пана Збышека в популярной советской телепередаче «Кабачок 13 стульев». Напомним, весной прошлого года Олег Вавилов попал в реанимацию. Звезду экстренно госпитализировали прямо из театра. Утверждалось, что у артиста была транзиторная ишемическая атака, острое приходящее нарушение кровообращения головного мозга. Кроме того, наблюдались проблемы с речью. В 2004 году актер поступил в театр «Сатиры», где служил до последнего. Но за свою карьеру он играл и в других театрах. В театре на Малой Бронной, в МТЮС, в Казанском БДТ имени Качалова, а также в ГИТИСе. Кроме того, у Олега Вавилова была богатая фильмография. Артист сыграл Антона Чехова в картине «Я, актриса», Эндрю Харлана в экранизации романа Айзека Азимова «Конец вечности» и во многих других фильмах. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.